Вот нашел у себя на даче дневник свой за 9 класс. Тут, кстати, указаны наши преподаватели. Ну, вручную здесь записывали расписание уроков. У нас была физмат-класс при МФТИ. Очень хорошие преподаватели. Преподавали. Многие живы до сих пор. И после этого я поступил в Московский физико-технический институт на факультет аэрофизики и космических исследований в 96 году. 503-я школа, она находится около метро Автозаводская. По-моему, сейчас ее там объединили и перенумеровали. И рядом с ней теперь проходит кольцо, третье транспортное. Кстати, вот химия мне что-то не нравилась здесь. Школа такого красного цвета была. Ездил я туда на метро, по зеленой ветке. Ну, каникулы были. Система была 4 четверти. Сейчас по-другому бывает. Триместры какие-то. В общем, сейчас доснимаю, выложу все это на YouTube. И это отправится все в печку. А вы храните свои дневники школьные? Или сейчас уже, наверное, у всех в электронном виде. Так, вот оценки за четверти. 93-94 учебный год. И какие-то проверочные работы. Спасибо за внимание.